Под таким названием в интернете много разных пирогов, но мне понравился именно этот. Простой в приготовлении, вкусный, дешевый и красивый. Рецепт достаточно легкий в исполнении. Хочу лишь добавить, что размер моей формы 25 на 30 сантиметров. На большую семью берите двойную норму продуктов и, соответственно, в два раза большую форму. Этот замечательный пирог с яблоками и заварным кремом отлично подойдет к чаю, кофе, молоку. Приготовьте крем для пирога. В миску выложите желтки яиц. Добавьте сахар и муку. Хорошо перемешайте. Чтобы смесь стала менее густой, влейте 2-3 столовые ложки холодного молока и опять перемешайте. Комочков не должно быть. Молоко налейте в кастрюлю и поставьте на плиту. Когда оно начнет закипать, влейте смесь желтков, сахара и муки. Постоянно перемешивая, доведите крем до загустения. После накройте пищевой пленкой и охладите. В охлажденный крем постепенно добавьте мягкое сливочное масло, ванильный сахар и взбейте миксером. Приготовьте тесто для пирога. В миску разбейте яйца. Добавьте сахар, ванильный сахар и взбейте миксером в воздушную, светлую массу. Молоко соедините с маслом и подогрейте. Влейте в миску и перемешайте миксером. Добавьте соду, погашенную уксусом. В последнюю очередь всыпьте муку. Перемешайте все ингредиенты теста. Крупное яблоко помойте, очистите, удалите семена и нарежьте пластиночками. Вылейте тесто в форму с пекарской бумагой и выложите на него яблоки. Пеките пирог при температуре 175-180 градусов 35-40 минут до сухой спички. Время зависит от вашей духовки, которую нужно предварительно разогреть. На пирог выложите крем и украсьте растопленным шоколадом. Пирог готов. Приятного чаепития!